И снова всем привет, друзья! С вами канал Android Software и продолжаем рубрику необычных товаров, аксессуаров для мобильных телефонов и компьютеров из Китая. Сегодня у нас на обзоре будут вот такие два мини-USB брелка, фонарики. Вот так вот они выглядят. Продаются они на AliExpress. Цена вот такого вот фонарика с шестью светодиодами составляет около 60-70 рублей. А вот такой вот с тремя диодиками можно приобрести за там 20-40 рублей. Данный брелочек, вот этот вот фонарик, горит у нас желтеньким цветом, а данный второй фонаричек у нас горит белым цветом. Ну, можно найти такой же тоже с белыми диодиками, то есть какой цвет вам нужен горения, тот и выбираете. Вот так вот они выглядят, очень прикольные вещицы. Их можно подключить к компьютеру, к, не знаю, пауэрбанку, к телефону через переходничок. Кстати, скоро подъедут интересные переходники, то есть из микро-USB на USB. Тоже их посмотрим и попробуем в деле, собственно, испробуем. А сейчас поговорим вот об этих штучках. Очень прикольные штуки, можно использовать их в пауэрбанке как фонарики, вставляете, у вас будет там гореть 10 дней без проблем. А также можно использовать, вот я пробовал, то есть, например, надо сзади компьютера вам какие-то кабеля порыться, там обычно стоит у стены компьютер, ничего не видно, сзади вот так вот вставляете, пок, и у вас там светит вообще супер, то есть все видно, классно, там сзади компьютера можно все делать, подключать, переподключать, то есть все будет работать, так, то есть все будет видно. Так, вот такие вот брелочки. Давайте сейчас я сделаю освещение немножко потемнее и посмотрим, как они у нас работают. Итак, друзья, взял я пауэрбанк, немножко притушил освещение и давайте по очереди посмотрим, вот как эти штуки работают. Так, подключаем к пауэрбанку я вот таким вот образом. Также можете подключить к телефону или в любое устройство, где USB выход есть и где он дает какое-либо напряжение. Так, далее активируем наш пауэрбанк. Так, включили и смотрите, как работает данный фонарик. То есть дотрагивайтесь, и чем вы дольше держите, тем он ярче горит. То есть вот таким вот образом, смотрите. Просто удерживайте пальчиком, тут сенсор, и он притухает. Видите, сейчас самый маленький свет. Так, подержали, хоп, еще подержали. То есть, вот, если долго держим, он дает вот такое яркое освещение. Можно подубавить, сколько вам надо. Второе нажатие опять прибавляет. Первое нажатие вот так вот убавляет. Вот такой вот минимальный, то есть очень удобно. Можно даже за 60 рублей получить вот такой вот фонарик, и он еще будет регулировать свет. Ну вот, давайте примерно, сейчас я его переверну вот таким вот образом и покажу, как он светит. Вот на всю мощь. Ну, довольно-таки ярко для такой вот маленькой финтифлюшки за 60 рублей. Очень-очень даже классно. Вот так вот классно он ярко светит. Желтеньким цветом также можно найти, чтобы он горел более таким вот белым. Тоже также есть такой вариант. Так, и также вот таким вот удержанием регулируем свет. И до самого минимального. Вот такой вот минимальный цвет у нас получается горение. Так, давайте данный, мы уже штучку рассмотрели, вынем его и подключим вот такой вот другой, маленький, с тремя диодиками, но тем не менее он светит белым цветом и намного, мне кажется, даже мощнее, чем предыдущий с шестью. То есть вот такой вот белый свет у него получается. И вот так он у нас горит, вот таким вот белым свечением. То есть очень прикольно. Вот такую штучку можно приобрести там, ну, в районе 30 рублей, как я уже говорил, 20-40 рублей. Также можно вообще их оба подрубить. И вот так вот, ну, да, вот если бы было вот таких вот белых 6, мне кажется, они бы горели поярче, чем вот эти 6 желтых. Но вам выбирать, какой вам свет нужен. То есть штучки очень реально классные, мне они очень понравились. Вот так вот это все дело у нас горит. Также здесь есть вот, ну давайте сейчас я приближу, более детально так их разглядим, по максимуму, как это будет возможно. Вот так вот это все дело выглядит у нас. Здесь вот есть такое вот отверстие под вязочку, под веревочку. Здесь оно чуть поменьше и округлой формы. Вот так вот. Так, с другой стороны ничего нет у нас, просто черным цветом.
Вот такие вот штучки продаются в Китае по минимальной цене. Также, если вам, возможно, нужна целая партия вот таких вот штук, если вы будете брать их там, не знаю, штук 6, там 15, ну, наверное, думаю, нет, скорее всего, от 10 штук, если вы закажете, то цена уже будет, например, если вот это стоит 60, то вы, наверное, их возьмете по 50. Но ссылки на данные штуки я также оставлю под видео, то есть кому надо, перейдете, купите. А мне очень они понравились, то есть очень маленькие, удобные, компактные, могут всегда пригодиться в хозяйстве. Все, ребят, всем огромное спасибо за то, что посмотрели данное видео. Если вам нравится вот эта рубрика необычных товаров для смартфонов, компьютеров из Китая, пожалуйста, напишите под видео, стоит ли мне дальше развивать данную рубрику. Ну, я на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.